понадобилось стакан воды, столовая ложка соли и 20 миллиграмм растительного масла. Такой меленький лучок. Высыпаем в наш фарш. Добавляем соли. Соли по желанию. Черный перец. И кориандр. Тоже совсем немножко по желанию, потому что у него специфический вкус, который не все любят. И буквально 50 миллиграмм воды. Все это мы очень хорошо перемешиваем. Для второй начинки нам надо будет кислая капуста или квашеная. У меня здесь она уже промытая. И кусочек свежей капусты. Свежую капусту мы мелко шинкуем. Я буду складывать прямо это все в одну чашку, потому что я буду все это обжаривать. Обжариваем капусту. Здесь у меня уже приправка. Насыпайте любую, какая вам нравится, и соль. Обжаривается немножко перца, морковка одна и одна средняя луковичка. Все, сюда я буду высыпать нашу капусту. Сразу вместе квашеная и свежая. И все это мы доводим до готовности. Капуста готова. Все, мы ее убираем в сторону, выносим на улицу, на балкон для полного остывания. Тесто у нас прекрасное. Теперь я буду его просто разрезать, делить как мне надо. Вот такие кусочки. Вот такой вот небольшой кусочек у меня. И буду его раскатывать в ровный пласт. Немножечко наливаем масло, смазываем. И растягиваем фарш. Опять-таки фарш по желанию. Если вы хотите, чтобы он был сильно набитый фаршем, можете больше делать. Но я считаю, как я делаю, у меня просто все получается хорошо. Ни много и ни мало. Все, и начинаем сворачивать в рулетик. Вот такая вот у нас получается красота. Краешек мы прилепливаем. Прижимаем слегонца пальцами. Вот эти краешки мы обязательно залепливаем. На заранее смазанный лист от мантоварки.
укладываем наш рулетик. Вот такая вот у нас получается красота. Для рулета со второй начинкой нам маслом смазывать не надо, потому что у нас в капусте здесь предостаточно масла. Капуста полностью остыла. Я прям сюда половину высыплю. Раскидываем все по пласту по нашему. Красота. Также заворачиваем все в рулет. Он у нас будет немножко потолще, потому что капуста, она побольше ее. Также залепливаем край. Такие у меня рулетики получились красивые. И оставляем кипеть 30-35 минут. Рулет с фаршем готов. Посмотрите, какой он у меня ароматный и очень вкусный. Посмотрите, какая красота получается. Посыпем крупчиком. Все, дорогие мои. Всем приятного аппетита. Ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии.